Профессия дворника подойдет не каждому. Человек должен обладать достаточной физической выносливостью. Работа в любую погоду, в самый жестокий мороз, подъем тяжелого инвентаря, посыпание дорожек песком и солью. И так по 7 часов в день. Зачастую эту нагрузку выполняют люди, находящиеся на пенсии. Главная обязанность дворника – это поддержание придомовой территории в чистоте. В холодное время года эти обязанности существенно расширяются. Уборка снега и наледи выполняется на придомовой территории вручную. Это подходы, пешеходные дорожки, и то не на всех домах. Кроме этого, дворники должны соблюдать технику безопасности, мгновенно реагировать на оголенные провода и сосульки. Кому-то покажется, что в этой работе нет ничего сложного, но все согласятся с тем, что именно от дворников во многом зависит и чистота дворов, и комфорт жителей. Мне кажется, нам наша работа вкладывает какую-то часть в общество, потому что более чище, более лучше, потому что если бы мы не убирали эту территорию, все-таки никак, это бы люди просто бы поросли в грязи. За каждым дворником закреплен участок из 3-4 домов. Качество их работы ежедневно контролируют мастера по жилищному фонду. В случае необходимости жители могут направить заявление в свою управляющую компанию. Екатерина Балакина, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск».